Всем-всем-всем привет! Вот вернулся Сим-Сити, город нашей мечты. Сколько комментариев было. Запиши Сим-Сити, когда будет Сим-Сити, будет Сим-Сити. Вот она, Сим-Сити. Так что устраиваемся поудобнее, берем всякие вкусняшечки. Двери и окна закрываем на засов, чтоб никто ничто вас не отвлекало. Всем вам желаю приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. И не забывайте подписываться на канал и рекомендовать друзьям. Раз вы так долго просили, Сим-Сити, Сим-Сити, жду большого количества просмотров. Ну а что, вот давайте начнем строить. Нам много чего надо сегодня построить. Ох, погнали, друзья, будем нашим любимым делом заниматься. Погнали. О, что-то мне там. Не-не-не, мы видео обязательно посмотрим, но после того, как первое здание мы построим. Да, давно я не заходил, но, друзья, мне надо было эволюцию завершить, отснять. Эви онлайн, или Эви Экаус. Да, не онлайн. Онлайка мне компьютера нет, чтобы в нее играть. Да и другие некоторые игры надо было и проекты подзавершить. Ну и, собственно, мне надо было уйти в отпуск, чтобы расчистить склад здесь, собрать все необходимые ресурсы, которые нужны были. Ну, вроде бы как управился я. Так, что же у нас построится? Ну, покажите-ка нам. Камера. Нет, спасибо. Ух ты, самолетик прилетел. Ничего себе, строится себе и строится. Нет, спасибо. Да куда ж ты столько так строишься? Не разрастается. Ну, надо посмотреть, как это днем будет выглядеть. Ну, давайте посмотрим, что нам за рекламку дадут. Да ты что, выскочил из игры. Ай-яй-яй, это очень плохо. Ну ничего, это не помешает нам отстроить город нашей мечты. Так. Давайте мы проверим. С расширением здесь никак. Ой, жалко. А так бы столько ресурсов бы ушло бы. И склад бы освободился. Ну ладненько. Так, смотрим дальше. Где мы можем? Вот здесь мы можем построить. Ой, у нас какой красивый парк, друзья, посмотрите. Это с Нового года все еще осталось. Что ты мне там хочешь показать? Не хочу. Здесь что? А, кстати. Вот оно, что-то мне показывает. Собрать. 7 миллионы. Замечательно. Ну, как долго строится? Долгострой это. Так, дружок, а тебе что надо? Пончики и 5. Пока рано. Обязательно мы тебя построим. В принципе, пончики собрать можно уже. Раз, два. Тебе же 2 пончика надо. 1. Но 5 бревен. А где мне бревна? Да что ж такое? Пусть бревна пока готовятся в большом количестве. Для тебя лично. Все построилось. Так, замечательно. Как же мы так с вами забыли? А есть ли здесь задание? Да. Есть ли тут задание? Что ж так долго? Правда, давно не забывал. Районная лига. А что, есть какие-то мне награды? Нет? А задания? Расширьте границы города. Получите, улучшите. Атакуйте, заработайте. Улучшите кактус в своем районе. Да. А почему бы нет? Что ты мне хочешь здесь показать? В
кактусовом районе. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте, пойдемте в наш район. Есть нам что улучшить здесь? Есть. Отлично. Мы не то что улучшим, мы сейчас построим. Нам еще и новый уровень дали. Ой, какая милашечка. Да, если вы не забыли, у нас здесь и горный бизнес. Местные жители просто без ума от своих машин. Правда, для их работы требуются заправки. Серьезно? Люкс, сколько она? 1800. Серьезно, 600, а это 300. А у меня таких денег нет. Позже. Долгими летними днями солнечная электростанция производит для нас энергию. Я так понимаю, это где? Здесь надо им? Но она прям все закорт. Ну, 1800. Подождите, у меня такого нету добра. Не хватает. Заработайте ключики, расширьте границы города. А здесь мне как границы города расширить? Вообще, я могу расширить сейчас границы города. Не-не-не-не-не. Давайте попробуем. Да. Конечно, я все не для этого собирал. Но почему бы не расширить? Только в какую сторону? А здесь не хватает. Ну вот и расширю. Все, выполнено задание. Получить. Показать. 3000 собрать. Все. А здесь еще не хватает нам. Так. Поставьте товар в Париж. Получите и так. Улучшите дома. Заработайте, модернизируйте. О, жилое здание. Хорошо. У нас же здесь торгашка открылась, правильно? А какой текущий груз? Начать поставку. А это что такое? Стать элитой. Мы возвращаемся в свой родной город. Я надеюсь, здесь им заправки не нужны. Здесь им не нужны. Это надо для того города. Нет, спасибо. Так, что у нас здесь дальше по плану? Тебя сейчас модернизируем. Это какое у нас здание идет вообще? Блин. Такая тишина. Я вот честно подзабыл, где у меня какие здания. А это французский квартал, английский квартал у нас вот он, да, идет? Чайнички, да. А где кукуруза? Может, я выращиваю? Я что, кукурузу забыл купить? Да, походу, да. О, блин. Вот такой подставы я не ожидал. И реально ее надо две штуки. Блин. Ну, давайте посмотрим на эту. Ну, точно такой же. Стоп. Кукуруза, где она у нас? Вот, кукуруза. Что надо? Две кукурузы надо. Стойте. Блин. Ну, семечек, ладно, вот это нам нужно. Да, посмотрю. Ну, а как еще? Как еще здесь? Значит, кукурузы нам надо раз и два.
Чего не хватает? Семечек не хватает? Вы серьезно? Бревнышки собрали. Семечки у нас сколько? 20 минут? А здесь ты мне не хочешь показать? Что, посмотрите рекламу там. Не? Не хочется? Жаль. Очень жаль. Ну ладно, пусть пока одна кукуруза будет. Так, я по традиции посерединке выбираю. 80, хорошо. Так, мы О, тебя могу теперь улучшить. Все, ключик мы получили. Здание восстановили. Отлично. Какие нафиг кокосы? О, замечательно. Ну и замечательно, друзья. Мы еще ключик получили. Ой, как классно. Ой, как хорошо. Где мы, блин, кукурузу эту делаем? Так, это 51 минута. Ну, понятное дело, оно нам ничего не даст. Поэтому мы на золоте ее. Да-да-да-да-да. Именно так. Фух-фух-фух. Здесь больше ничего пока не нужно. Но опять реклама. Да сколько же рекламы сегодня? Много. Ну, давайте посмотрим, что в этот раз нам ящик выдаст. Ключик. А, хорошо. Это прям хорошо. Так, у тебя что-то было, чего тебе не хватает? Бревна нужны. Нам еще нужны бревна, друзья. Бревна сколько? 3 минуты. Не хотят рекламу нам показывать с бревнами. Ладно, давайте. Да что? Что прям так серьезно? Еще мы что-то прошли? Нет? Нет, ничего мы больше не прошли. Ладно. Французский квартал. Чего тебе? А, это уже новенькое. Этого еще не было. А нам еще железо нужно. Ой-ой-ой-ой. Железо, железо, железо. Хорошо. Разобрались. Железо. И как раз будет готово железо. Сюда. Да. Ну, надеюсь, кукуруза будет готова. Нам и бревна нужны, нам все это нужно. А что, вы прям стандартные такие? Серьезно? Кстати, по поводу жилых домов. Стоп, вот они. У нас латиноамериканский все, старый город все, парижский, лондонский квартал, зона, кактусовый каньон. Ну, понимаю, но... Я могу и здесь эти дома строить. Неинтересно. Не-не-не. Кактусовый каньон пусть там и будет. В кактусовом каньоне. Хорошо. Тебе ж кукурузка еще нужна. Кукурузка у нас готовится. В большом количестве. Ладно, мы пока построим... Из английского репертуара домик. Я что-то выполнил? Я что-то выполнил? А, да. Поставьте так. Нет. Не-не-не-не-не. Ну, можно попробовать, посмотреть. Но вряд ли. Вряд ли. Так, я пока ничего больше не прошел. Хорошо. Мне что из этого важно здесь? Бревнышки, в принципе. Скоро будут готовы. Так, продавать я ничего не собираюсь. Отстаньте от меня. О, кстати, домик-то построился. Вот он. Ну, симпатяга. Что у нас на рынке вообще творится? О, кстати, нужно. Кстати, нужно. Кстати, даже очень-очень нам пригодится.
Деньги не жалко на самом-то деле. Хорошо, возвращаемся домой. Ну, не надо, блин, склад свой расширять. Там что-то совсем маленький. Совсем маленький. Вообще не хватает. Еще один нужен. Ладно, сейчас посмотрим. Может быть, еще что-то на рынке выпадет интересного. Ну, вроде как ничего интересного. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Прикольно. Прикольно. Бревнышки. О, кукурузка одна собралась. Замечательно. Бревнышки по полной программе собрал. Так, отлично, отлично. Как раз кукуруза. Французский квартал. А тебе здесь что надо? Ух ты! Ух ты! Гвозди! Сколько тебе гвоздей надо? Ну, не знаю, по поводу этой хрени. Но три гвоздика я сделаю с удовольствием. Так, первый построился. А тебе кукуруза. Угу. Все в том же плане. Ой, ой, хорошо как. Ой, хорошо как. Так. Железо нам просто в большом количестве нужно. Как ни крути. И еще и видюшку нам хотят дать посмотреть. Интересно. Давайте посмотрим. Ну, по стандарту. У меня всегда серединка. Хорошо. Давайте мы пока этот райончик, наш основной город, оставим нашу столицу и пойдем в как. Кстати, поставки по морю. А, все бы это я под. Ну ладно. Нет, пока. Мне надо понять, как вот эту хренотень, кактус зеленый, зарабатывать. Местные жители просто без ума от своих машин. Заправки, я понимаю. Заправки, но мне даже этого всего нету. Вот давайте, знаете, что сделаем? А что же, дома брошены? Ну ладно, ну подожди, 4 всего. Ладно, пока тебя оставим в покое. Давай мы построим. Ага, за строительство дают. Сад Сакуры. Блин, друзья, а что, нас сюда ее нельзя? Сад Сакуры. Можно. А почему туда нельзя было? Я вот думаю, куда это сделать? Когда такую красоту можно поставить? Ну, в принципе, вот здесь пусть будет. А сколько она по цене? 60 тысяч? Ну, знаете ли. Недешево. Масло. Как раз два масла есть. А тебе что нужно? Бревнышко тебе нужно. Вот, блин. Если я поставлю сюда, она маленькая. Она реально маленькая. Нам нужна большая. А большая стоит 1800. Ну, как раз она охватывает этот район полностью. Но мы знаете, что сделаем? Во-первых, дорога с 12 тысяч. Красотища. Так. Ну, заправка. Да, ну. Вот она. Ага, она вот туда будет уходить. Именно в ту сторону. Интересно. Интересно. Знаете, на самом-то деле я даже не пожалею. Не пожалею. И. Да и я понимаю, но у меня нечем, что ты от меня хочешь? Да, я хочу вот так вот сделать, друзья.
Да. Сады, дорожка с сакурами. Сад сакуры. Ой-ой-ой. Ой, не могу. Ой, красотища. Ой, красотища. 1800. А у меня столько нету. Тебе что надо? Бревнышки. Но мы к тебе обязательно сюда вернемся. В любом случае, здесь-то вы видите, сколько я тут прокачал им всего понастроил. Он уже построился, молодец. Смотрим, можем мы здесь что построить? Где мой? Не помещается. Вот в чем проблема. Значит, здесь. Парки. Смотрим. В этом районе будут сады сакуры. 60 тысяч. А еще что-то есть подобное? Не пожалею. На такую красоту я не пожалею. Ох. Заправка. Вам что, покинуто здание? Нет заправок. Чтоб вы обкакались. Вот честное слово. Мне тогда, получается, надо строить еще один район. Еще один район. Берем обычную. Чего, мэр? Дороги в вашем городе не справляются с потоком транспорта. Серьезно? Нифига ж себе, мы сейчас вбухим бабки. А мы бабки реально вбухиваем. Ужас. Ну а что делать? Что делать? Нам надо этот второй город поднимать, чтобы он не был периферией. Ой, ну а как же, а как же, а как же? Не дали мне достроить то, что я хотел. В общем, все бабки я угробил на второй город. Но зато теперь с дорогами в порядке. И самое главное, у нас сады и дорожки сакуры. Ой-ой-ой. Ой, ничего не говорите. Ничего не говорите. Я тоскую, я балдею. Так. Стоп. Это отмена. Там у нас будут какие-то еще здания. Это что за здание у нас? Ага. Вот и иди-ка вот сюда и становись вдоль дороги. А тебя что, улучшить надо? Давай улучшим. Универсальный, да, 2000. Ага. Уже бегу, уже разогнался. Масло в любом случае. Нефтяные вышки, да. Нет, спасибо. Мне это сейчас не нужно. Тебе что нужно? Понятно. Масло. Семечки, кстати, нужны. Семечки нужны. Но я с отменом. Да, отмена. Мне нужно еще один райончик сделать. Так, отмена. А здесь там сколько надо? Ну, прилично, я вам скажу, прилично. Ох, так, кстати, снести. Да. Снести, и мы чуть по-другому здесь переделаем. Ай, да блин, ну нахрена ж ты? Отмена. Непорядок. Непорядок, друзья. Непорядок. Вот так вот мы дорогу сделаем. Кто вот как бык поссал? Вот честное слово, как бык поссал. Пока так. Пока так. И больше никак. Ох, где наши два новых кактусовых? Да. Раз.
Два. Все. Что тебе надо? Ай, как тебе все много надо? Масло надо всем, я смотрю. Масло надо всем, просто. Что у нас по времени? Уже 25 минут, друзья. Обалдеть, просто. Я даже и офигеваю. Ладно, возвращаемся в наш основной город. Там должно у нас кое-что появиться. Не-не-не-не, харе. Харе, даже не подходите ко мне близко. Вот. Смотрим. Есть здесь что купить мне? Ничего здесь нету, что я хотел бы купить. Да и пофигу. На самом-то деле мы сейчас еще один построим домик. Ну а по поводу дальнейшего расширения парижского и лондонского квартала я даже не знаю, есть ли в этом смысл, если все здания в принципе одинаковые. По вашему счету, да. Цемент нужен. Удивительно. Удивительно, рядом нужен цемент. Обалдеть. Ну, они многие похожи. Ну, вот парижские, прям похожи. Где у нас цемент делается, друзья? Цемент. Он, ну, ну, а и семечки еще делаются. Так, загрузим. Ну, это уже история следующей серии. Ох, на сегодня нет, еще не прощаюсь. Мне дали денежку. Денежка всегда нужна, денежка всегда важна. Отлично. Теперь уже думаю, что на этом все. Я с вами, друзья, прощаюсь. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока.